Ребят, всем привет, привет. Сегодня у нас 6 октября. Улица Ушинского. 52-я школа, кто знает, да, уже не раз снимали. Жду Сергея Васильевича, должен подъехать. Время у нас уже где-то 6, где-то к 5:30 ближе подходит уже. Солнышко на улице, тепло, градусов, наверное, 17 точно есть. Так что такая вот хорошая погодка. Еще неделя будет погода стоять, а там немножечко уже будет прохладней. Там даже стояло и 17, и 19 плюсом. Тепло будет еще. Листья все равно еще желтеют, но не опадают, как обычно, перед снегом. Травка зелененькая, прям красота. Завтра и я работаю, и Сережа работает. Солнышко, видите, светит край дома. Там березки. Сейчас поедем, заедем в овощную. Огурчиков, помидорчиков купим. Зеленушки. Хорошо на улице вообще. Как говорится, гулять и гулять. В парк бы сходить, но времени сейчас, правда, уже нету на сегодня идти гулять. Так жизнь наша и проходит. То некогда, то сил нету, то еще что-нибудь. А надо брать и делать. Ну все, ребят, жду. Чаще на улицу выходить. Сергей Васильевич. Здравствуйте. Всем здравствуйте, ребята, еще раз. Я уже говорила, сейчас мы съездим за фруктиками. Кстати, мы покупали уже не первый раз. Ну как? В октябре покупали уже не первый раз дыньку. Торпеда. Скажи, название это дыньку. Дыня торпеда, да. Очень вкусная, нам очень понравилось. Она прям мягенькая. Ну, мы в одном киоске брали. Сейчас попробуем, может, если да. Здесь есть, здесь возьмем. Мы брали, да, возле континента там киосок есть. Нам очень понравилось. Прям вообще обалденная дыня. Хотя мы уже стараемся в такой период времени уже не покупать сильно. Ну, арбузы уже не берем, да. Вот я вот хотела сказать, может, арбузик возьмем. Смотри. Тут мне до камеры передает, там дымка вот там висит, такая нормальная. Печку топят. Печку топят. Красота прям, деревья обалденные. Красота среди бегущих первых дней. Памятник стоит. Кто его посадит, он же памятник. Сейчас проедемся по Металлургу. Смотрите, клумбу уже убрали всю. Красота. В этом году, конечно, клумбу запустили сильно очень. Ой. Да не то, что запустили, какую-то слабенькую сделали. Ну, ее надо было полоть вовремя, Сереж. Это тоже о многом говорит. Значит, рабочих приводить. Не хватает. Ну да, я ничего не говорю, или конечно, не хватает. Ну, если не успеешь, значит, не хватает. Дети, конечно, смотрю со школы, там кто идет, смотрю прям вообще в футболках. Нельзя так, конечно, как бы там ни... Как бы там ни было, но... Осень, она и есть осень. Движение. Сегодня у нас пятница, развратница. Так что... Может, не пойдем? Да нет, наверное. Не надо. Так что... Хруст, смотри, полетел. Пофигу нам всем.
А потом водители виноваты, когда они бьются. Прям вообще ветра нет, прям душа радуется. И пока Сережу ждала, прям так вообще красота. Я говорю, в парк бы сходить сегодня. Ну, блин, то, ну, сегодня не, сейчас некогда нам. То нету время, то некогда сходить, то одно, то пятое, а завтра... То погода. То погода, да, ну, сейчас, в данный момент, шикарная погода, блин, что-то да... Ну, что-то топориком он, мужичок, срубует. Мальчишка. Пацан, ну. То одно, то другое. Ну, так вот жизнь и проходит, что... А надо брать и делать, да, Сережа? Блин, ходит, балдеет с топором, нормально. Тут бы никого не мочканул. Мальчишка он там. А то вон за псибик, говорят, были эти подростки-молоточники. С молотками ходили, людей косили. Когда такое было? Так, нам же следующий тест есть. По-моему, в этом году или даже в том. Ну ладно, ребят, мы едем дальше. Позже включусь. Сегодня у нас новый день. Всем привет еще раз. Сергей Васильевич. Всем. Солнышко прям светит, стекла грязные. Я думал, Сергей Васильевич солнышко. Ну, я не знаю. Ага. Там, видите, висит смог. Сегодня туман был прям вообще. Да не только сегодня, туманы прям стоят вообще. Сережа матюкается. Что попало на дорогах делают? Аварийную ситуацию. Ребята, создали. Еще такая просьба. В комментариях не ставьте, пожалуйста, свои ссылки или ссылки каких-то каналов. Я их удаляю. Я удалю раз, я удалю два, я удалю три. На третий раз я буду блокировать. Ну зачем вы это делаете? Мне за рекламу никто ничего не платит, так что я не буду никакие каналы, чтобы у меня висели ссылки. Мне это не надо. Какая ты корыстная. Ну, будьте людьми. Кто человек, кто человек, тот меня поймет. А которые не понимают, ну извините. Дай бог вам. Мы едем сейчас. Купим мы сало. Если привезли. Должны были нам привезти под заказ сало. Что мы еще, Сережа, заказали? Ребрышки копченые, свиные. С хрящичками. Говорят, очень вкусные. Мы брали ребра, там уже много-много лет покупаем. Но без хрящей. Но тут, говорят, очень вкусные. Ну. И смотрите, какие деревья желтые, красота. Вон они, березки стоят. Красивые. Прям солнышко, прям душа радуется. И что еще у нас? Куриные бедра, да? А корочка куриные копченые. И потом поедем к внучочечку. Ну, какая голова теперь. Немножечко понянькаемся, погуляем с ним на улице. Смог, конечно, висит, видите, да? Там дальше вокзал идет прямо. А за ним... Транспортная, да, в той стороне где-то находится все. Ну, это объездная. Ну, а мы едем дальше. Вот. Посмотрите, какая красота. Сережа, по какой мы улице едем? Энтузиастов. Улица энтузиастов. Я про зелень имею в виду, красота. Едем по встречке. Ну, все тут по-другому никак. Прям солнышко светит, прям настроение вообще классное, да? Сейчас поедем к нутетечку, к нашему пелязетечку. Ребрышки нам не привезли. Не будем без ребер. Потому что.
Приехали на Спартака. А ты не смотрел, сколько градусов? Сережа показывает 28. Ну, это железный грелок. Ну да, ну градусов, наверное, 17. А где бы я смотрел? 17, я наверное... утром смотрел, два на балконе, два показывала, который термометр, а который это, 4. Ну, почти 3 там на балконе, который. Ну, я сегодня заходила, там плюс 19 даже стоит. Ночью даже до плюс 7 будет, представляете? Сегодня Михалыч, как... говорит, смотрел на неделю 15. Да, и... нет, днем 15-19. Сегодня вот я заходила недавно. Ну, так что, учитывая то, что сегодня у нас уже 7 октября, у нас нас погода радует. И на удивление еще зеленые деревья. Как-то так. Сереженька, а у тебя нету тут моего штатива никакого? Не знаю, там твои двери смотри, свои двери смотри. Дома штатив остался. Я не пользуюсь этими штуками. Ну как приехали с отпуска, я его как занесла, и все, смотрите, зелень какая. Ну конечно, люди-поросята бутылки кидают, блин. Банки. Ну, в смысле, ну, железные банки из-под энергетики. Не надо позорить животных, сравнивая это, свиней сравнивать с этими какими-то балбесами. Свинья тут ни при чем. Да. Свиньи намного чистоплотнее. Сейчас Сергей Васильевич вам разовьет тему. Нет, я молчу. Молчу. Просто животное, ну, живность, да, оскорбило. Сравнивая. Я. Конечно. А, этот цум? Этот цум забыла, как называется. Цум. Гринхаус. Что? Гринхаус, зеленая хата. На улице кайф. А куда задрала? Смотрю. Сама смотрю, сама. Вот я такую осень люблю. Да, без дождей, чтобы это. Да. Вон, люди говорят, картошка гниет. Сырости хватило в этом году. Да, говорят, что картошка сильно гниет, выкапывают ее, она практически следом. И... Золотая, да, будет там картошка. Это в земле гнилая, говорит, уже выкапывает, сидит. И дома в погребах не хранится. Ну вот мы последний раз покупали в Ярче картошку, когда на той неделе, да, наверное? Ну да. Нет, да, на той неделе выходной. 20. Сколько? 22 рубля. 21.90, там 99, что такое? 9 по 23, по-моему. Ну, 23, 22 рубля. Мелочи всегда ее разбирают. Это редкий случай, когда попадешь и хорошей картошки возьмешь. Приходится покупать в монетке не по 23 рубля, а уже рублей по 30, наверное, с лишним. Тоже покупали, а что я не помню почем. Ну дороже, чем в... О. А, еще идут, хотел показать. Кого? Руки. 7-10, 15-23 уже, нифига себе, полтретьего, полчетвертого. А, градусы не показывают. Да, они зимой только показывают. Показывают. Я ваш нос сняла. Большой, увеличенный. Удали. Не удалю. Стоял полчаса, грела стрелка зеленая, только поехал. Чел. Чел, чел. Я Сережу тут этот дрессирую, чтобы не лишний раз не монтировать видео, чтобы он сильно там... прилично не говорил. Что-то на меня не жалуются, что я матерюсь. На тебя жалуются. Да мне похер. Во. Там кто-то написал, что у меня какой-то там запас словарный. Так что буду оправдывать ваши слова. Смог висит, да? Видно прям туда. Желтизна такая деревьев.
На ровном месте пробка. Тут зелень такая. Кто-то прям спит на светофоре. Ребят, кстати, очень много кто болеет. У нас тоже напарница заболела. Но она в отпуске еще недельку. Была неделю эту. Смотрите, невесты какие стоят желтые. Почему желтые невесты? А невесты в белом должны быть. Это а я почему бы не... я так сказала? Не знаю, что. Я сегодня что-то упахалась и на работе. Во всех смыслах. Ой, какая красота. Как будто в лето вот так смотреть. Смотри, Сереж. Ах, лето. Лето. Пропили лето. Или пропили. Пропили. Теперь пропиваем осень. Ой. С нашей работой попьешь. Да. Что так долго светофор? То некогда, то не за что. Бриллианты в твои правила. Да-да. Да-да. Твои бриллианты, твои правила. Так что, выезжаем на улицу Ермакова. Ну, машине прям духотень. Как печка работает на первом полосе. Сережа, ты что обалдел? А что, я ехал, я на работе промерз, я ехал печку. Ну да, ну Сережа теперь, блин, лето, действительно лето красное пропели. Теперь у них технику на ремонт ставят. Все сделали, да? Ага, сделали. Ну, двигатель собрали в кучу. Теперь дело за малым. Начальство запчастя пусть поставляет, теперь только успевает. Угу. Ну, им не резон вас держать долго. Им проще купить запчасти быстрее. Ну, а если их нету, только поставки будут не скоро. Ну, тогда. Отдыхайте, пацаны. Глушитель тянется, думаю, что тебе трепещит. У кого тянется? Вон на встречку машина едет, думаю, что тебе трепещит, а у него глушитель оторвался по асфальту. Работы идут полным ходом. Наверное, озеленять будут весной, красота будет. А что они сейчас закинут этого? Да этот, травку эту как? Ну, газонную кинут сейчас, ну. И все. Ось, в зиму. И будет красота. Ну все, мы едем дальше. Все, посидели мы с внучочком, с нашим сладеньким, погуляли, наигрались дома уже с ним, с машинками, натопотались уже с ним. Едем домой, время сколько? 7. Начало 10. 7, начало 10. 19.06. Ну, ночного вам города. Новогоднего. Уже все, 7 часов, уже темно на улице. Вечернего. Вечернего, да, вечернего. На улице классно. Но солнышко уже как... Солнышко уже уходит и чувствуется. Хотя ни ветра, ничего нету, чувствуется прохлада. Да? Стекла что-то грязные. Ну, а что сделаешь? Сережа на ремонте. Я технику свою уже говорила, готовят. Все, теперь едем домой. Чем будем, Сережа, заниматься? Пиво пить. Нет, не надо говорить. Говорят, нельзя так говорить. Я не знаю, насколько это правда. Что пиво пить нельзя говорить? Может, можно. Что-то начинает попаливать горло. Сейчас именно к вечеру. Казанова. Ларечки. Фрукты. Ой, все, зев нападает. Моментально. Вкусноточки. Точка открылась. Ну, она давно уже, да? Второй год. Да. Уже не больше даже. Мороженка славится. Вдруг кто-нибудь тоже поторопится и поедет раньше, чем зеленый.
пользоваться. Да, конечно, зачем? Люди переходят там дорогу. Мы сейчас с Сережей, наверное, приедем. Чем-нибудь там, какими-нибудь делишками позанимаемся. Стирку заложу. Постираюсь. Чайку попьем, доложится бомбаньки. Завтра один выходной. Ой. Такая сегодня погода, видите, раздетые практически люди. Ну нет, сейчас все равно прохладно уже, ну, да? Солнышко спряталось и прохладно. Интересно, сколько? У тебя здесь сколько пока машина стояла? Сколько? 17,6. Градусов, наверное, 10, то все равно есть. Да? Наверное. Сейчас домой приедем, блин. А если не забуду? Ну, градусов 10, наверное, есть. Не больше, наверное. Были в магазине, забыли купить молоко. Наверное, никто не ездит. Ну, все равно. Ну, или почти. У кого теплые дачи, наверное, все равно еще едут. Зато на дачу. Не кредит. Вот это написано на номере. Зато не кредит. Вот такие дела. Реклама идет. По-любому. Ё-моё, зёв напал, да посмотри, чё. Я сегодня устала, прям как никогда. А чё-то устала. Стёкла запотели, ты чё, пила, что ли? Кто пила? Ты. Я пила? Я спрашиваю. Ах, я пила? Ах, ты пила? Всё, буду пилить теперь тебя. Не, не пила, которая пилить, а пила то, что пить. Слышите, что он говорит? Тебе, а не что, стыдно? Пока одевались, это, спать, припотели тебе немножко. Тебе не стыдно так говорить? А я не говорю, я спрашиваю. Что я пила. Ни разу еще тебя не пилила. Ну, хотя... Надо начинать. Да? Не видно красоты улицы. Зелено-желтый. Шучу, конечно. 25 лет уже почти его пилю. Да, Сереж? Почему почти? Ну, потому что еще только на следующий год нам будет 25. Совместной жизни. А до этого не пилила, да? Ну, не знаю. Нет, я вообще никого не пилю. Ты че? Ладно, ребят, все. Едем до дома. Спокойной ночи всем. Всем хорошего. Выходного денечка завтрашнего, воскресного. Вечера всем хорошего. Мирного всем неба над головой. Самое главное, крепкого всем здоровья. И оставаться всегда людьми. Все, ребят, всем пока-пока. Спокойной ночи.